Ой, смотри, что это у банки такое интересное? А что это у тебя такое? Это подарок. Подарок? Подарок? Какой еще подарок? Их, наверное, кто-то стащил. О-о, сейчас в детском саду будет суши. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Люблю кататься с тобой, Петинка. Ты вообще у меня безбашенная. Девочки, я тоже кататься хочу. Пожалуйста, давайте я место кого-то покатаю. Да сейчас, еще минуточку. Подожди. Девчонки, так не честно. Вы давно катаетесь. Слушай, ты такая классная. Мне так нравится твой бантик. Ой, спасибо. А мне твои волосы очень нравятся. Они такие блестящие, прям приблестящие. Хомочка, ты уже покушал, мой хороший? Вот и хорошо. Пойдем теперь поиграем с тобой. Ну, пошли со мной. Хомочка, ну давай, ну полезай, ну не бойся, ну. Ой, ты такой тяжелый. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай, Хома, Хома. Ой, больно-то как. Хомочка, ты чего кушал сегодня с утра? Ой, люблю заниматься ничего не деланием. Ага, я тоже. Ой, смотри, что это у банки такое интересное? Здравствуйте, Китти Спэт. Здравствуй, Банки. А что это у тебя такое? Это подарок. Подарок? Подарок? Какой еще подарок? Ой, Хомочка, извини, пожалуйста. А для кого подарок? Для моих любимых сестренок, Петинки и Сахака. Кстати, Китти Спэт, вы, пожалуйста, последите за моими подарками. А я пойду девчонок позову, ладно? Конечно, конечно, Банки, я прослежу. Ну все, тебе точно моя очередь кататься. Девочки, а у меня для вас сюрприз. Идемте покажу. Ух ты, Лизка, люблю сюрпризы. Ну все, спин, теперь можешь покататься. Идем, Банки. Ну, быстрее, мне очень не терпится уже. Китти Спэт, можно вас на минуточку, пожалуйста? Конечно, конечно, на минуточку можно. Эй, меня подождите. Я Катя сама кататься буду. Вот, Петинка, вот и сюрпризики. Шоколадки, иди сюда. Ух ты, Лизка, это же Шопкинсы. Ребята, а вы любите Шопкинсы? Ой, ну все, мне уже. Слушайте, а может быть это вы ее взяли? Ой, Банки, да ты чего? Нет, конечно. Ну зачем мне подарки, которые принадлежат кому-то другому? Ну ладно, ребята, а вы видели, кто это сделал? Кто забрал мои подарки? Или может быть вы догадываетесь, кто это может быть, а? Ну ладно, пока вы пишете, я пойду найду того, кто это сделал. Их! Ну все, Хомочка, еще чуть-чуть, и ты меня уже сам научишься взбираться наверх горки. Ага, Валиски, а ну признавайтесь, где мои подарки спрятали, а? Банки, мы ничего не болим.
но зато кое-что видели. Очень интересно. А ну рассказывайте, что же вы видели? После того, как ты ушел, эта вот принцесса Элегант очень быстренько как-то позвала к себе Китти Спэт. И мне, если честно, показалось, что это очень странно. Потому что в это же время Блонди куда-то исчезла. Ого, это же целое расследование. Нет, это же самый настоящий детектив. О, точно, я буду детектив Панки. Ну что, спасибо, девочки, огромное за информацию. Пойду дальше. Панки, Панки, смотри, смотри, что мы тебе принесли. Ого, круто. Ха, не то слово. Девчонки, а что это за волшебист и что мне с ним делать? Слушай, Панки, ну ты уже совсем странный. Как это? Твой помощник. Он поможет тебе в расследовании. Точно, у хорошего сыщика. Нет, не сыщика, как это? Детектива, вот. Должен быть питомец, который все вынюхает, занюхает или как это. Ну короче, он возьмет след. Точно, точно. Привет, друзья. Ну что же, давайте поскорее откроем помощника для нашего Панки. Если это будет щенок, это самые лучшие сыщики! Он в два счета найдет этого мелкого воришку, который стащил подарки для перчинки и для сахарок. Ну что ж, поехали! Итак, ой, вот наша подсказка! Смотрите, это платье и стрелочка. Если честно, я уже не помню, что это за клуб. Но сейчас мы все узнаем. Открываем наш второй слой. А здесь спрятался желтый шарик с наклейками. Есть. Ой, смотрите, здесь песочек и все наши пакетики. 1, 2, 3, 4. Ну что ж, сейчас посмотрим, будет это щенок или нет. Смотрите, это будет кошка. Ну ничего, я думаю, она поможет нашему Панки найти сюрпризы. Открываем следующий пакетик. О, а здесь вот такие вот ярко-розовые очки. Очень классные. Ого, смотрите, какая классная бутылочка, разноцветная. Кстати, этот питомец мне уже попадался. Здесь вот розовая бутылочка, синяя вставочка и желтая крышечка. А теперь давайте откроем самого питомца. Та-дам! Я же говорила, это повторка! Ну что ж, друзья, сначала эта кошечка поможет нашему Панке в поисках, а в конце видео мы обязательно ее разыграем. Так что досмотрите до конца, чтобы узнать условия конкурса. А этот песочек открывать я не буду, так как это сделает победитель. Ну что ж, а теперь давайте отправляемся на поиски. Ну что, кисулечка, косатулечка, ты мне поможешь? А ну давай, бери след. Ты чего? Давайте посмотрим, что же достанется перчинке и сахарку. Что за сюрпризики? Ага, смотрите, какой прикольный. Это Пета Плантер из клуба Сад. Очень прикольно. Смотрите, глазки. Мне очень нравится. И еще один сюрприз. Это, ой, какой классный. А это нам попалась Спринкл и Кейк. Она из клуба «Сладкие угощения». Но, наверное, мы сделаем вот так. Так больше подходит. Ух ты, Панки, спасибо тебе большое за такие классные подарки. Ну что ж, друзья, если вы досмотрели до этого момента, тогда слушайте условия конкурса. Всего-то навсего нужно подписаться на...